Всем привет, девчонки. Помыла голову, и меня просили про эти бегудюшки рассказать. Вот так я накручиваю их. Вот они на липучках, и они хорошо держат волосики. И так похожу полчасика, а потом распущусь. Они будут не кучерявые, такие чуть-чуть, как с волной волосы. Вот, неплохо. Раньше я, знаете, брала вот эта расческа брашинг, или как она называется, на нее накручивала. А волос все равно кончики потом пересушиваются и сухие становятся. И вот я применилась вот такими вот липучечками. Так что так корешкой делаю волосики и хожу. Софийка со школы пришла. Да? Всем привет. Привет, зайка, привет. Я только что дежурила в школе. Молодец. Я должна была дежурить с мальчиком. А Настя ради меня захотела со мной. Да. Мальчик. Алёша ушел. Угу. Да. Ну раздевайся, давай, мои руки, буду тебя кормить. Я сильно хочу кушать. Сейчас буду кормить тебя. А нам, деткам раньше в школе давали пиццы с колбасой, а после Нового года запретили. Теперь им дают с курочкой. Вкусная пицца, да? Очень вкусная, мам. Мне правда очень понравилось. Ну, хорошо. Ням-ням. Ой, у нас еще елка. У нас Новый год. Мы решили, Женя, когда будет выходной? Послезавтра, Женя? Что, нет. Тебя видно. А, здрасте. Здрасте. Да. Не послезавтра. После завтра, после. Сегодня вторая. Не, правильно, послезавтра. Послезавтра будешь выходной, тогда уже разберем елку, а так пусть стоит. Мы ходим все сонные. Женя с ночной смены сейчас будет ложиться спать. А мы что-то, София пришла со школы, она говорит, мама, я так спать хочу. Я говорю, я тоже. Или погода такая, я не знаю, что. Что такое состояние. Потом проснемся, я и не красилась, ухожу так с утра, встала. Волосы только помыла. И как корешка у меня, да? Они хорошо держатся, бегудюшки. Новые, да? Угу. Вот старые, вот эти вот плотнее. У меня перед этим были сиреневые. Они вот тут полопались по кругу. Такие они были более мягкие. А эти мама, такие плотные. Мама, ты можешь отойти, я пойду. Давай, а я тебе кушать нагрею. Тебе гречку и котлетку? Да, с кетчупом. Хорошо. Буду сейчас Софийке кушать греть. Снимаю на телефон же, девочки, только второе видео, еще ничего не снимала. Ну, вроде ничего. Вот освещения нет никакого, дома ничего не включала, на улице пасмурно у нас. Ну, вроде так неплохо видно. Ну, не знаю, как насчет звука. Может быть, надо громче разговаривать. У меня камера, звук стоял на минимум, не знаю, может, плохо слышно будет. По-моему, в моем том телефоне микрофон намного чувствительнее, чем здесь. Вот. Ну, вы видео смотрели, вроде бы сказали, ну, никто за звук ничего не говорил. Ну, сделайте у себя громче, если что. Ну, я у Ани вчера спрашивала, говорю, Аня, ну, посмотри у себя дома. Она на телевизоре смотрела видео, говорю, вот снова телефон. Она говорит, нормальный звук, все хорошо слышно. Ладно, так, София, я тебе грею кушать. София, сейчас кушать нагреем. Может, мы на погоду такие сонные тети? Не знаю, но я еще и рано встала. Одну котлету, две. Одну. Девочки, ВТБ акция на карбонару, кому надо. Света, спасибо, что написала. А мы были на дне рождения, а родственникам некоторым нашим не очень понравилась карбонара. Ну, она нравится. Так, мама, да я хочу сырёчка. Какого? Это будет для бургеров. А один шумер? Да можно. Не перебивай, беги. Не надо. Сейчас так, будешь нет, кушать. Нет, если я потом сяду. А, потом кушай. А тут для бургеров еще 4 штуки. Раз, два, три, четыре. Мама, можно даже потом... Девочки, видео... Ну, клацни мне, Свет, сейчас гляну. Видео не снимаю. Женя с ночной смены спит. И у нас дома тишина. Я уже не знаю, думаю, может стрим вечером провести. Стрим? Веди. Ну тоже мне уроки. Спальня будет закрыта, и не знаю, как роутер будет работать. Ладно, посмотрим. Да, посмотрим. Пообщаться с вами. А мне уроки надо учить. Да уроки мы сейчас получим. Ну, мам, отдохни, отдохнешь, а потом получишь. Да, в принципе, учить и нечего, можно сказать. Сырочек. Сейчас буду кушать сырочек. Да?
У нас ничего такого новенького. Меньше. Это я просто насыпала. У нас новенького ничего нет, все по старенькому. Что есть новенькое? А что новенькое? Новенькое, ты так хотела снять бигуди. А, еще с бигудями не снималась, да? Снималась. А, с вот этими нет. Мама. Молоко будешь пить? А мы купили? Да, папа купил. Мы купили великое? Нет. Нет, маленькое? Маленькое. А, мы в пакетиках, конечно, будем пить. А может даже какао? Можно. Я как этот робот в Эртер хожу. Блин. На улице пасмурно, ну тепло, ну сыро так. Грязюка везде на улице. Эту обувь только моешь и моешь. Вчера Женю провела на работу уже ночь. Тоже стала, давай обувь всю перемывать. Не знаю, где там София ходила, что-то они такие влажные. Так я сушилочками поставила, посушила сапожки. И сейчас молока нальем. Молочка. Молочка. Молока. Мне надо, знаете, что кухню помыть. Ну, что-то мне не настроилась на нее еще. Уже такая грязноватая. София, доставай свои еду. Какую? О, мама, ты мне, наверное, нет, я на минутку ставила. Циля, если ты будешь смотреть видео, хотела тебе большое сказать. Спасибо. Спасибо. Знаешь, за что? Я вот недавно у тебя смотрела видео, ты утром готовила себе завтрак, бананы с творогом. Я Ане рассказала, она сегодня утром себе готовила, сказала, очень вкусно, банан получается какой-то... Она обычно банан просто давила и с творожком мешала, кушала. А ты же сказала, в микроволновке его разогреваешь. И она сказала, правда, он вообще какой-то нереально вкусный. Нереально вкусный, говорит, получается. А Аня делает себе яблоки зеленые, серединку вырезает. Наверное, даже можно без сахара тоже. И в микроволновку на 5 минут. Но если сахарком присыпать, тоже вкусно. Она говорит, ну и вчера она без сахара делала. Она говорит, вкусно, вкусно. И тоже можно туда творожочек положить. Тоже это обалденно. Так что спасибо тебе за лайфхак с бананчиком и творожком. Очень вкусно. Особенно Анечке. Но именно что банан после микроволновки. Вот такой вот у него вкус, говорит, получается необычный. А еще просто из... София, смотри, все летит в разные стороны. Я сейчас все. Так что, девочки, кто... хочет, можете попробовать. У нас бананы есть, творога нет. Можно было бы попробовать. Говорят, еще вкусный йогурт с бананом. Не знаю. Скажи, за йогурт с бананом я еще не пробовала. Сейчас. Молодцы. Зажимчики. Если кто-то вот такие зажимчики увидит в АТБ, видите, такие вот маленькие, покупайте. Очень хорошие. Вот я покупала... широкие, большие, они плохо держат. А вот эти малышки, они у меня уже, наверное, года два. Разных цветов. Я думала, они вот тут полопаются быстро. Ничего подобного. Очень хорошие. А вот все? Обычно вот так все пакетики раз застегну. Ты знаешь, что ничего не прольется. Класс. Мама, а я сейчас тебе, знаешь, как буду? Ладно, я уже с вами дохожу и распущу, с вами распустим волосы, да? Пусть подсохнут немножко. Так, София, молоко нагреть. Подожди, дай. Сейчас какао насыплю. Так что надо тоже купить творожок и попробовать бананчики с творожком. Приятного аппетита, София. Спасибо. София, кушает. Мама, я сейчас буду кушать, у меня видео будет идти. Вот. Ой, там папа наш сидит. Ой, Женя, ты в кадре. Ладно. Натекаю. Так медленно текаешь.
Все. Ой, огурчик, да, тебе, Софийка? Давай. Давай сейчас. Ой, а потом молоко. Давай не будем лучше. Да. Вдруг пронесет. Так это будет какао. Ну, какао. Ну, не знаю. Давайте. Давай два. А вот два огурца. Да. Да, зачем два огурца? А, вот они, зажимчики. Вот эти вот зажимы, вот они большие. Они плохие. Они слабоватые. Да. Вот тут цветочки такие вот. Они тоже разных цветов, но они... Сама пластик вот слабоватый. Мама. Не очень. У тебя маленькие, а вообще хорошие. Что с этим? Знаешь что? Нет. Я сегодня в школу понесла пустую тарелку. А, что-то вкусное давай. Угу. А все остальные понесли полную тарелку. Я не знаю, мне очень понравилось. Давали нам котлетку, я тоже все съела, было очень вкусно. Потом нам давали, как они называются, макарошки. Угу. Макарошки давали с сыром посыпанным, плавленым. Вкусно. И горошек. Зеленый, давай огурец. Угу. Зеленым горошком. Причем, мама, еще и чаёк дали. А потом я еще и пиццу скушала. Пицца раньше была с колбасой по 10 гривен. По 9,50. А, по 9,50. А сейчас дают с курочкой. И София говорит, много сыра сверху. По 13 гривен. Понятно, где она подорожает. Не, ну курица здесь дороже. Сейчас, София, я тебе порежу. Мы уже утром позавтракали с Женей. Ну, Женя поел так поплотнее, а я так себе. Сейчас кружочками. А что-то кетчупа себе мало. Мало кетчупа. Бери больше. Я представляю, у меня самый вкусный обед. Обед? Гороховый суп не захотела. Его уже наелась. На. Все, огурчики подрезала. О, вот это другое дело. Как свежо пахнет. Нет, столько дел дома. Ну, ночная смена нас выбивает из графика. Мама, я начала кушать что-то. Ну, в принципе, кухню можно мыть. Женя спит. Мне надо снимать чехлы с дивана. Вот эти вот коричневые. И постирать и чехлы, которые, ну, сами с дивана, вот эти светлые. Ну, эти коричневые убрать. Пусть диван будет светлый. И диван надо уже почистить. Ой, все так быстро что-то запачкивается. Кухню помыть. Может, завтра помыть. Ладно, я буду смотреть по своему состоянию. Сегодня мне не хочется ничего делать, девочки. Кушать есть. Главное, что есть кушать. Стирки я стирала 2 дня, тоже много поперестирывала. Ладно, позанимаемся. Сделаем дела. А вот диван, наверное, не знаю, может, елку поразбираем, потом постираем. Шо, Микуська, лохматуська, бантик на бок, иди. Иди с девочками поздороваемся. Скажи, привет, девочки, мне надо прическу переделать. Мики, там твоего мячика нет. Нету мячика. Нету мячика. Хочешь огурчик? Огурчик, дай тебе маленький. А ну, пойми на мою, Софийка. Огурчик будешь? Огурчик. Не хочешь? А что это ты не хочешь? Не хочет. Не хочет, девочка, огурчик. Не хотите, как хотите. Головой вы не крутите. Угу. Мама, это ты снимала? Угу. Мама, а что у меня? Жене очень понравились гренки. Тут София листает телефон. Видео мое с гренками. Мама, что это? И с селедочкой. Где? Вены так? Да. Ого, очень. Ну, сапожком передавила. Гренки очень вкусные, но он согласился, что хлебушек нужно потолще. Ну, потом когда-то приготовлю, тоже порежу по такими потолще кусочками с чесночком. Мне писали в тостере пожарить. Но в тостере он будет суховатый. А вот тут на сковородочке вот этот вкус маслечка еще с чесночком. Ой, очень вкусно. Очень-очень.
Это не передача. Угу. Легла девчушка, балдеть. Ты так любит у меня на плече лежать. Сейчас пойдем, надо прическу переделать. То мы как видео снимаемся, всегда Микуська лохматый. Ну, все как есть, ничего не подстраиваем. Мама, тебе надо звук на видео? Не звук на видео. Я хочу. Ладно, сейчас София покушает, потом распустим волосики. А я Софийке, смотрите, что нашла. Нашла в холодильнике. Тортик нашла. Нас угостили. Это мы были на дне рождения, но я не снимала видео за вчера. Мы уже покушали, я вчера. А, так вы уже ели. Кушала. Очень поздно. Как вспомнила, что у нас есть торт. И в час ночи как съела кусочек. И как пошла спать. Так хорошо спалось. Мам. Да. Ну, выключай, я буду дальше смотреть. А, София мультики смотрит. Бена и Холли. Да не хочу снимать. Это мы же камеру проверяем все. Нормально, хорошо, четко снимаем. Мультяшная. Мультяшная? Нормально, четко, красиво все. Сейчас пойдут бивги распускать. Так, ну что, распустим. Я походила, не знаю, ну минут 15, наверное. Так, вниз раскручиваю. Что я тут закрутилась сильно. Вот так, видите, сразу под низ закручивает. Вот, видите, чуть-чуть, 15 минут походила, и сразу уже хорошо. Угу. Мне нравится, что волосы теперь не буду пересушивать, кончики. У меня 6 штучек, и мне хватает. Так. Ну так. На белом было бы лучше видно. Нормально, хорошо. Волосы уже надо красить. Ну ладно, чуть-чуть попозже покрашу. Мам, где наелась тортик? Наелась. Ну, сколько съела, столько съела. И все. И вот так. Малышки такие. Тортик, тортик. Мне нравится, хорошо. Микусь, не трогай мой тапочек. Трогай тапок. Сейчас, девочки, ближе вам покажу. Вот такая вот бегудюшка. Она на липучечках. Есть разные размеры. Я смотрела, вот когда покупала, там были... Написано тоже 6 штук, только я не поняла, где. Они были внутри. Вставлены больше, меньше и меньше. Ну, разные, чтобы объемы делать. Мама, мы будем сильно с тобой спать? Да, папа, в ночь мы с тобой спим. Вот. Так что, да нет, кому сейчас интересно, ну, кто хочет, можете покупать. Они недорогие, удобно. Элла всегда делает объем. Ну, у нее волос короче, она отсюда вот прям делает. Тогда вот так шапочкой хорошо. А я только кончики подкручиваю. Да, мам, я имею в виду, мы сейчас с тобой будем спать? Спать. Можем полежать, отдохнуть. Ты можешь ложиться. Сейчас тебе одеялко достану. А я фокус хочу показать. Кому? Зрителям. Зрителям фокус показать? Ну, покажи. Сейчас надо волосы почистить. А это не фокус. И так хорошо хранить. Я их вот так соединяю, они, видите, держатся. Я хотела показать сейчас. А, как ты с резиночек делаешь. Ну, покажи. Мам, ну оно не получилось. У нас какой-то сегодня скучный сонный влог домашний. Так и напишешь. Не, ну так не всегда же бывает что-то там такое интересное. Бывает и неинтересное. Кому-то. Нам интересно все. Да, мам? Ну, показывай, иди. Да подожди, оно не получается. Что мне не полученное показывать? Не, не полученное не показывай. Сейчас, подожди. Сейчас, София. Я сама посмотрю. Вот. Вот такую штучку я сделала. А как это сделать, сейчас я вам расскажу. Берете вот таких вот две резиночки, соединяете и пальчики подгибаете, и оп! София, ты так быстро делаешь, я не успеваю снимать. Да, прикольно получается.
Вот, еще раз, если хочешь, могу показать. Две резиночки соединяете. Руки не опускай только. Угу. Вот, что-то оно иногда не получается. И вот. Угу. О, порвалось. Ну, ничего, у нас еще есть, не расстраивайся. Есть, конечно же. Ну что, тогда с вами на сегодня мы прощаемся. Будем мы отдыхать. Софийка поотдыхает. А потом уроки надо получить. Ну, да, нам надо, конечно, музыкой позаниматься, но сегодня никак. Да, ну, София? Потому что папуля спит. Ну вот. Все. Всех любим, всех целуем. Встретимся. Все, пока-пока. Кушаем. Кушай. Всем пока. Пока.